выпуск новостей от Насти Ивлеевой. Слушаем. Санта-Клаус ограбил банк, чтобы расплатиться сэльфами. По словам очевидцев, Санта находился в приподнятом настроении и игриво заявил, что деньги нужны ему, дабы заплатить своим эльфам. Житель Красноярска, у которого отключили свет, пришел пить чай в администрацию города. Позже молодой человек сообщил, что чаепитие прошло удачно. В Кувейте попугай рассказал жене об измене мужа. Птица начала повторять слова, которые ранее говорил муж своей любовнице, оказавшейся их домработницей. Австралийская полиция ищет вора по отпечатку ягодицы. Это лишь вопрос времени, когда мы идентифицируем злоумышленников и найдем их, говорит представитель полиции. Ай, тут. На самом деле это может длиться бесконечно, потому что Кирилл пошел массировать Насте плечи. На самом деле, подождите. Знаете, что важно? Вот любой новостной лист, да, который, соответственно, ведущий должен будет зачитать там по суфлеру, неважно, по листочку, как минимум читает 20 раз. Конечно. Минимум 20 раз. Это в идеальном мире.